Здравствуйте, уважаемые зрители. Спасибо, что смотрите наши передачи и присылаете нам вопросы. Сегодня на ваши вопросы ответит митрополит Симбирский, Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Может ли человек, который окончил семинарию, жениться на девушке, которая не сохранила себя до брака, но детей нет? Строго говоря, нет. Но я бы советовал этому человеку обратиться с этим вопросом к тому архиерею, в епархии которого он живет, и у которого он думал бы просить дальше, что ему делать. Я думаю, тут есть варианты, и они на усмотрение архиерея правящего. Вопрос от зрительницы. Владыка, моя мама не хочет идти в храм, исповедоваться и причащаться по причине скорби. Любые разговоры на эту тему приводят к ссоре. Что делать в таком случае? Она не причащалась 7 лет после смерти отца. Ни в коем случае не ссориться, конечно. Ни в коем случае не пытаться заставить силы это делать. Молиться о ней, как-то быть, стараться утешить ее скорбь. Потому что, бывает такое. У людей такой ступор. Входят они и потом не могут выйти из этого состояния. Я думаю, надо просто к маме относиться очень внимательно и с любовью. И обязательно молиться о ней, чтобы Господь умягчил ее сердце. Как правильно поступить в ситуации, если родственники обращаются за помощью к гадалкам и при этом ходят в храм и заказывают требы? У нас очень многие люди относятся к храму как к чему-то такому не очень понятному, но вроде бы помогает. Да? Вроде помогает. От чего не знаю, но помогает. Да. Это такое купи-продай. Мы, к сожалению, во многом сами виноваты в этом, да, церковь, духовенство, что не объясняем людям смысла. И поэтому они считают, что эти бабки помогают, и тут вроде помогает. И у многих людей нет никакого христианского сознания, и они не хотят даже слышать ничего об этом. Не потому, что они им не сказали, не потому, что им не... Сейчас я не знаю, все исполнено, и богословие, и научение, и всего. Открываешь интернет, и там все есть, да? И замечательные проповедники, замечательные батюшки, блогеры, и обо всем тебе расскажут, на все вопросы ответят, в общем, все. А люди живут так, как будто ничего нет вокруг. Жили в атеистической пустыне, такой духовной, так и продолжают жить. Эту пустыню создают себе сами. Они просто не подпускают к себе ничего, никакой информации. Да. Что с ними делать? Ничего не сделать. А что можно с ними сделать? Если человек приходит, ты же не будешь его допытывать, да, над заящиком, а не ходил ли ты к бабкам? Да, мы же не можем этого делать. А и другое дело, если человек приходит и говорит, я тут к бабкам хожу, да, так и быть, пришла к вам давайте мне. Тут я бы ее, конечно, отправил бы дальше к бабкам, к этим, да, такого человека. Если сам человек будет манифестировать такое отношение, да, к церкви, а если нет, ничего не сделаешь. Бог видит ведь все. Мы же ведь не верим в Бога, как в некую машину бездушную. Есть какая-то нужная комбинация кнопок, которую ты нажал, и все сработало. А это ж не так. Бог – личность. Бог видит сердце человека, любого человека, который к нему подошел. И неважно, это он сам ли молится, или он записку написал и передал в храм и так далее. Вообще мы с этими записками, у нас очень такая ситуация, очень неправильная. Люди пишут записку, оставляют копеечку и дальше уходят. Да? Ты помолись сам. Да, церковь помолится, твою записку прочитают в алтаре, церковь помолится. Ты-то сам-то тоже помолись. И это надо, каждый священник должен объяснять это человеку, каждый. К сожалению, батюшки сейчас некоторые, наоборот, сами собирают деньги, и это самое, пришлите нам записки, помолимся. Далее. Как не впасть в уныние от постоянных новостей о гибели людей? Уныние – это грех.
по любому поводу. Понятно, что есть, бывают ситуации, когда ну, уныние или что-то похожее овладевает многими людьми. Да, я не могу сказать, что я человек, который не знает, что такое уныние. Да, вы, наверное, такого не можете сказать о себе. Никто не может. Поэтому, когда приходит уныние, с ним надо бороться. Его надо отгонять от себя и усилием воли, и, самое главное, молитвой, и надеждой на Бога. Мы уже говорили с вами неоднократно, что смерть – это то, что ходит рядом с каждым из нас. Это то, что, чего не избежим мы все. Вот, поэтому надо это понимать. Надо понимать, что да, мы смертны. Вот, и не впадать от этого в отчаяние, не впадать от этого в уныние. А если это приходит, то, повторюсь, молитвой, с этим бороться, молитвой и усилием воли. Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли отпеть солдата, который погиб, но нет тела? И свидетельство о смерти пока невозможно оформить. Можно и нужно. Если есть точное свидетельство, которому вы доверяете, о том, что он погиб, этот человек, да, то можно и нужно, конечно, отпеть его, ну, крещенного, естественно, если он крещенный. Потому что война – это такое дело, вон, после Великой Отечественной войны до сих пор находят останки солдат. Да? Потом, после войны да, всех, конечно же, не могли найти и удостоить погребения. Да? Вот, к сожалению, так вот. Еще один вопрос от зрителя. Если причащался на Страстной Седмице, нужно ли вычитывать правила к причащению, к пасхальному богослужению? Ну, смотря что подразумевать под понятием правила к причащению. Если на Страстной Седмице и в течение всего поста человек регулярно ходил в храм, причащался, исповедовался. Если на Страстной Седмице он готовился и может причаститься четверг, субботу, то можно причащаться и на пасхальной службе. Если у него на совести нет грехов, то можно без исповеди, вот потому что трудно исповедоваться в начале пасхальной службы или там перед ней. Но если есть необходимость, то обычно то надо подойти к исповеди. И что касается правил к причащению, собственно говоря, молитвы к причащению с каноном прочитать нужно, а вот три канона с акафистом можно опустить. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Двенадцатого мая, в неделю вторую по Пасхе, день памяти апостола Фомы, состоялось соборное служение архиереев Симбирской митрополии. Божественную литургию в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска совершили митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Барышский и Индинский Филарет, епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор. Светлая Седмица завершается днем, который именуют Фоминым Воскресением или Антипасхой. Такое необычное название он получил благодаря греческой приставке «анти», означающей «напротив», то есть «неделя», напротив Пасхи. В этот день церковь вспоминает укрепление в вере апостола Фомы, ученика, для которого встреча с воскресшим Господом наступила на неделю позже других учеников. Он не присутствовал во время первого явления Иисуса Христа апостолом и уверовал лишь после того, как коснулся ран Спасителя во время его второго явления. После обретения веры в воскресение Иисуса Христа апостол Фома привел к вере множество людей. По окончании литургии состоялся праздничный пасхальный крестный ход. Поздравил архипастырей Симбирской митрополии и всех собравшихся на богослужение со светлым Христовым воскресением и продолжающимися пасхальными днями. Прошедшая неделя Седмица Пасхальная была литургически как бы единым днем. Мы каждый день совершали то же самое богослужение, которое совершается в Святодушную, Святозарную, Пасхальную ночь. И радовались, ликовали о Христе воскресе. Эта радость, которую каждый из нас испытал в пасхальную ночь, должна не просто как можно дольше сохраняться у нас, а постоянно, всегда быть в нашем сердце.
Закончилась Светлая Седмица, но пасхальные дни продолжаются, поскольку Пасха отмечается в течение 40 дней. Радость верующих выходит за пределы храмов, проходит множество различных праздничных мероприятий. Центральным из них стал большой пасхальный концерт во Дворце Дружбы Народов «Губернаторский». Как отмечают организаторы, программа продумывалась долго и тщательно, чтобы удивить и вдохновить самого взыскательного зрителя. Каждый раз хочется что-то предложить интересное, яркое, новое. И в этом году будет звучать много арий из русских опер. И, конечно же, в год семьи прозвучит такая литературная зарисовка в исполнении артистов театра. Это супружеская пара, даже с сынишкой они будут. И прозвучат фрагменты литературных произведений Шмелева и Лукашевич. Как раз о том, как готовились к Пасхе в начале 20 века, каков этот был праздник глазами детей и как они общались со своими родителями. В концертную программу вошли произведения великих русских композиторов и прозвучали строки из произведений писателей-классиков. Симбирский Новоспасский Лонгин поздравил присутствующих с главным праздником православных христиан. Единственным ответом человеческого сердца на эту крестную жертву могут быть любовь и безмерная благодарность Богу, желание жить по заповедям Христовым. Как это исполнить в нашей повседневной жизни? Есть очень простое правило – быть строгим к самому себе и бесконечно снисходительным к тем людям, которые находятся рядом с нами, любить их, помогать им и все им прощать. И тогда Господь дарует нам свою всесильную помощь, и пасхальная радость будет в нашем сердце всегда, в любых обстоятельствах. Зрителей концерта от лица губернатора Ульяновской области Алексея Русских поздравил заместитель председателя правительства Ульяновской области Анна Тверскова. В этом году вместе со смешанным хором Кафедрального Спаса Вознесенского собора и Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром «Губернаторский» в концерте приняли участие артисты театра Мария и Артем Трохиновы, их сын Никита и младший состав театра «Темпеста Инфинити», а также лауреат международных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда Спивакова Софья Яковенко. Заключается в том, чтобы я через ту музыку, которую исполняю, донесла не только мысли автора, который писал эту музыку, да, но еще вложила свои мысли, переживания, пожелания, какие-то душевные моменты. И самое главное, вот ту доброту в музыке, которая есть в музыке, естественно, чтобы это донеслось до слушателей, чтобы они услышали эту великую, неповторимую, действительно, по-духовному очень светлую музыку. Никто из зрителей не остался равнодушным, а радость о воскресшем Господе наполнила сердце каждого, кто посетил праздничный концерт. Сегодняшний концерт пасхальный очень мне понравился. Он был сделан очень с душой и еще больше раскрыл атмосферу праздника Пасхи. Особенно, конечно, понравилось выступление смешанного хора Спасо-Вознесенского собора, конечно же, Ульяновского симфонического оркестра. И отдельно хочу отметить выступление солистки Маргариты Долгоненковой. Праздничный концерт прошел при участии Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и Симбирской митрополии совершенно бесплатно для всех желающих. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.